Убойная кампания в Ненецком округе выполнена на 98%. Об этом сообщили в профильном департаменте. На сегодняшний день уже заготовлено порядка 1187 тонн мяса. В плановом режиме мясо оленя вывозят с убойных пунктов воздушным транспортом в Нарьян-Мар. Быстрая и слаженная работа, невзирая на ледяной ветер. На борт грузового вертолета загружают последнюю партию оленины. В этом году в убойном пункте села Нижняя Пеша было заготовлено около 45 тонн мяса. Своих оленей сюда традиционно пригнали СПК «Заполярье» и «Восход». Убойная кампания проходила нормально, все, бригада была такая подобрана, нормально. Вот Ома не пригнала одну бригаду, не забили омских полностью. Трудности были, холодно было очень, все замерзало кругом поначалу. Мороз был, минус 38 было, все мерзло. Впрочем, погода не помешала процессу, и в срок мясо в нужном объеме было доставлено грузовым вертолетом Ми-26 в Нарьян-Мар. За счет удивительно высокой грузоподъемности этого вертолета, для того, чтобы перевезти заготовленное мясо из села Нижняя Пеша, требуется всего два рейса, в то время как на вертолете Ми-8 потребовалось бы порядка 18 перелетов, что существенно повысило бы себестоимость будущей продукции. Доставили силами 2-го Архангельского объединенного авиаотряда последнюю партию мяса в столицу Заполярья и из поселка Индиго. Этот вертолет перевозит 20 тонн внутри фюзеляжа, поэтому грузоподъемность его очень большая. Это самый большой в мире вертолет. Перевозим мясо из сел Ненецкого автономного округа уже больше 30 лет, наверное. Уже с советских времен мясо возили. Помогаем, чем можем. Поэтому план этого года мы выполним. Все, что нужно, мы сделаем. Всего в убойной кампании принимают участие 19 крестьянско-фермерских хозяйств и семейно-родовых общин. В настоящее время закончился убой на 3 производственных объектах акционерного общества «Мясопродукты». Суммарно там заготовили около 150 тонн оленины. Убойная кампания у нас в этом году проходит несколько организованнее, чем прошлую убойную кампанию. Мы достаточно хорошо предварительную работу провели с руководителями СПК, со всеми. Департамент организовал очень хорошее содействие, то есть взаимодействие всех предприятий. В эту убойную кампанию я, можно сказать, доволен. Качество мяса поставляемое очень хорошее. Последняя поставка мяса намечена на март. В 2021 году акционерное общество «Мясопродукты» планирует принять 1041 тонну оленины, а также заготовить по 300 тонн говядины и свинины, что не просто обеспечит потребность населения, но и создаст около 50% запаса сверх нормы. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, телеканал «Север».